Приветствую вас. Я думаю, что вначале, когда вы со своим мужем только начинали, например, встречаться, ситуация, ну, скорее всего, была другой. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что вот другой была ситуация, в том смысле, что, ну по-другому вы, по-видимому, скажем так, да, воспринимали это по-другому. Вы воспринимали по-другому своего мужа и себя, и вначале все это было здорово, круто, да, все это было обалденно, вот, а потом начались, в общем-то, будни, да, и потом началась повседневность, и вас это стало, я так понимаю, напрягать, вот. А вопрос заключается в том, вопрос заключается на самом деле в том, с какого момента вот вас начало напрягать то, что происходит, ну, между вами и вашим мужем. То есть, когда вы стали чувствовать, что вам тесно, вот. То есть, знаете, какая штука, свою позицию, да, ее нужно выражать, если вы свою позицию как-то не выражаете, то что будет? То есть, ну вот вы говорите, что я устала от однообразия. Ну, в общем-то, возможно понять, что вы устали от однообразия. А что вы делаете, чтобы его не было? Что вы делаете, чтобы однообразия не было? Что вы делаете, чтобы ваши отношения, они стали более разнообразными? Да вот это вот, пожалуй, то, что вам нужно для себя определить. Понимаете, какая штука. То есть, ситуация здесь вот такая. Ситуация, история, она именно так выглядит. И многое, очень многое зависит от того, что вы хотите делать дальше. По факту. Я понимаю, что вы устали. Я понимаю, что вы устали. Но вот какие у вас планы на дальнейшее, да? Большой вопрос, согласитесь с этим. То есть нужно взять на себя, смелость
выразить недовольство. Выразить недовольство, значит, тем, что происходит. И не просто выразить недовольство, но еще и замотивировать своего мужа, да, на то, чтобы он что-то изменил. Вот. Потому что, ну, я так вот подозревал, что, ну, ваш муж, он тоже делать ничего не хочет для того, чтобы ситуация стала другой. Ну, чтобы ситуация, в смысле, поменялась. Вот. Это все вот такие достаточно важные моменты. Вот. И тут, конечно, очень многое зависит от вас, от того, как и что вы делаете, как и что вы продвигаете в своем, например, поведении. Вот. Насколько муж ваш, к примеру, осведомлен о том, что вы хотите, что вам нужно, ну вот, и осведомлен ли он вообще. То есть это вот все такие моменты, на которые, мне кажется, ну, нужно обратить самое пристальное внимание и уже от этого отталкиваться. А иначе просто жалоба получается. Вы просто жалуетесь и все. Вот. Я не думаю, что это сколько-нибудь конструктивная позиция. Я думаю, что вам, именно вам, это пойдет на пользу. Я не думаю, что вы от такого поведения, да, станете счастливее. Вот. Так что смотрите, думайте, анализируйте, вот. И исходя уже из этого, исходя уже из того, что вам хочется, да, действуйте. Придется свое поведение так или иначе менять, вот. В том или ином смысле придется менять свое поведение. И это не всегда легко делать, вот. Но почти всегда за этим кроется обновление. Вот так. А я думаю, по крайней мере, что вам можно ответить на вопрос вот так. Если у вас остались
дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.